он поплыл уже ставить. Друзья, всем привет! Вы на канале Христофор Колумб. С вами Игорь, Санечек, вот, кострик распаливает. И Димон вон там плавает, кружки ставит. Выехали на речку Ингул половить, наверное, крайнюю уже рыбу в этом году по мягкой воде, потому что уже мороз, лед уже становится коркой. Попробуем половить на кружочке. Взяли еще мы спиннинги с собой и удочки. Будем тоже, наверное, пробовать ловить. Но пока сейчас костер распалим, чтобы Димончик чуть погрелся, потому что он там в лодке уже окоченел. Мы с Шурой думали вначале на лодке поплавать, покидать спиннинг. Но поняли, что это дурная затея, холодно. Так что мы пока тут, друзья, не переключайтесь, смотрите, что у нас получится. Вон, друзья, Димон там расставил, вон с того края, и вот так. Не можем найти второй баллон газа. Ну пока сработок нету. Дима так их расставил, в принципе. Вдоль камышика. Сколько у тебя еще их штук? Ага. Говорит, я ж тебе не Путин, что газа много в баллонах. А сколько у тебя кружков еще есть? Может, здесь тут их поставь на русле, что тут вода. А на русле не поставишь, не получится течение. Видишь, я вот там ставил сильное течение, оно переворачивает. Ну, тоже ты мне показал. Угу. Ну, то есть, текухи добавили нормально. Даже если это... Я понял. Окей. Так, пойду гляну, что там Шура. Ну что там, в баллоне много? А ну дай. Ну так. Наверное, вот этот надо вставить. Да, этот оставь, а этот давай подпалим костер. Вот такие вот. Баллон костер. Можем кинуть. Раньше ж кидали, шифер, все кидали в детстве. Давай, Санек, поджигай. Вот так вот мы, друзья, страдаем херней на рыбалке. Лайфхаки. Надо распалить костер, потому что мы замерзли. У нас тут трабл, друзья. Мы не знаем, что делать. У нас один баллон остался в газа. Нам еще на нем готовить. А костер не горит, потому что он сырой. А надо как-то греться. Что-то будем сейчас предпринимать. Какие-то лайфхаки. Так что ты имей в виду. Может, траву чуть-чуть. Трава сырая. Она... Вот так вот, ребятки. Дима обиделся, ушел туда чистить картошку. Распалили мы кострик, греемся. Короче, ребятки, была одна у нас, можно сказать, сработка. Но он сильно завела она в камыш. Дима пытался достать ее, но так ничего и не вышло. Тем более там еще тройник был, но живец был покусанный. Ну, видать, не сильно большая щука была. Но это покамест только одна наша поклевочка. Сейчас поедим. И будем упираться уже на спиннинг и на удочке. Но это не точно, да, Санечек? Время покажет. Время покажет. От крови свой мачете. Это ему еще Сильвестр Сталлоне передал. Вот с таким мачете ходит, рубит тут все подряд. Пошел уже зарубило там деда. Уже не слышно. Он сел на наше место. Кстати, дед сидит на зимовальной яме, чтобы вы понимали. Сейчас пойдем и мы напихаем. Так, ребятки, вторая сработка, самая дальняя. Сейчас посмотрим, что там у нас. Опа, она прям форсирует. Посмотрим. Хорошо, что она идет не в камыш, а сюда, на центрячок, на русло. Крутит. Ой-ой-ой.
надо, друзья, плыть туда-обратно. Потому что текуха меня снесло. Ну, есть щука. Правда, непонятно каких размеров. Но есть. Сейчас я корёчек кину. Короче, терзает меня сомнение, что рыба ушла. Пошла, опять засела. Ух, бля, хорошая. Ай-яй-яй. Как же мне тебя достать? Тихо. Вот такая вот, друзья. Не знаю, здесь, может, килушка. Фух, поплыву, потом распутаю. Приплыву. Вот так вот, друзья. Мы разловились. Такая она щучка. Хорошая. Намочил, правда, куртку. Это что такое? Не приготовление к трапезе. Ашура сделал по белорусскому старому рецепту. Такие вот, ребятки, будем мы обедать и дальше ловить рыбку. Сейчас все будет, шеф. Да холодает, не к костру. Так, ребятки, вторая поклевочка. После обеденная, так скажем. Переставили по другую сторону. Сейчас посмотрим. Это третья поклевка за сегодня. Уже около трех. Мы уже костер палим, потому что уже холодает. Уже дрова все в округе пособирали, где только могли. Плывем. Пока только одна щучка у нас. Будем надеяться, что тут тоже есть. Дело в том, что она не двигается и не мотает. Кульминация. Или же всю леску смотала. Судя по всему, да. Оп-оп-оп. Далеко я промахнулся. Нет ничего. Холостая. Оказалось, холостая поклевка. Все, друзья, рыбалка наша подошла к концу. Больше мы так ничего и не увидели. Посидели, погрелись возле кострика. Сработок больше не было. Одну щучку взяли. Да будем собираться, наверное, уже домой. Вот кострик наш и догорает. Еще его топим. Спалили. Да, спалили мы немерено тут дров. Пока грелись. Так что, ребятки, до новых встреч на водоемах. Всем пока.